Но в воскресенье 22 июня в 11 часов утра смотрите прямое включение с монумента, отстоявшим отчизну. Там пройдет мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, началу Великой Отечественной войны. Его также посетит глава Олег Шахов и другие почетные гости. Каждый может прийти к вечному огню и отдать дань уважения. Те, кто не может этого сделать по состоянию здоровья или по другим причинам, смотрите химкинское телевидение. Напомню, в воскресенье 22 июня ровно в 11 часов утра мы начнем прямую трансляцию.